США сознательно проводит политику в российских средствах массовой информации ура патриотизма, шапского закидательства, идиотизма. Это не... Вот посмотрите, я им говорю, вот любое ток-шоу, обязательно эксперты рассказывают подробно, умно, грамотно, что вот мы завтра победим. Зачем они это рассказывают? Вот реально, зачем эксперты говорят, вот видите, у нас вот тут вот, у нас, конечно, меньше, но зато лучше. А вот это вот в результате вот скоро мы победим. Зачем они это говорят? Для того, чтобы народ не был мотивирован на победу. Для того, чтобы не поддерживали армию. Ну, это же очевидно. И это все с умными... Ну, как можно с таким, допустим, повесткой и таким телевидением, в принципе, победить? Ну, вот как? Технологически. Это невозможно. Или с таким центральным банком. Это невозможно.